Ну что ж, друзья, возвращаемся к противостоянию Голливуд и Саймон Гейминг. Это продолжение их Best of 3 серии, уже вторая карта Довер Пасфи команды Голливуд. Саймон Гейминг начинает за атаку. Не знаю, почему они так решили, но, возможно, есть какой-то план на игру. И ведь, тем более, карта в запасе у них также присутствует. Напоминаю, что это закрытый СНГ-шный отборочный к СНГ Минору. Интеллект Стримастерс 2019 года. Студия Руха по-прежнему. Я Андрей Нишаров с вами на проводе. Если что, заход на мид от... команда Голливуд закончился вот таким вот перепалочным отбегом. Отходом назад. Ну и плюс дисбаланс находит мисс по Ред Хайду на Б-базе. Монстр был пройден. Смог прилетает на плен. Дарксайд забирает Нилна. Забирает еще и Торика на воде. Шарта. Тревел ловит дисбаланса. Перф на КТ в упоре пропускает. Роми не справляется со стрельбой. Остается лишь один. Санджи, он также умирает от Дарксайда. Это 1-0. Голливуд закрывает пистолет. Никоим образом не должны падать духом. Да, поражение 16-8 на пик соперника может немножечко расстроить. Но не более, не менее. Главное, что еще остается одна карта, как минимум, для отыгрыша. А потом еще и до победы можно будет взять мираж, на котором... Кстати, Саймон Гейминг могут составить неплохую конкуренцию. Так что, если будет три карты, я думаю, заруба будет действительно плотная. Прилетает на смок на монстр. Команда в лице. Саймон Гейминг с пистолетом без арморов. Там заход в мид и потеря того же самого Роми на зелени. И плюс также Нилн забирает Трелла. В коннекторе против эко-пистолетов у Голливуд снова трудности. Рискует опять наткнуться на подводные камни. И теперь же в 5 в 3 они... Опа. Так, минуточку. Минуточку. Что это было? Что это было? Да, нам меняют GoTV, насколько я понимаю. Ну что, друзья, не успеем мы посмотреть, но возьмут экономический раунд или нет, но эта проблема, конечно, не от меня, зависит от товарищи технические администраторы. Решают такие вопросы, как правило. Вот. Я как бы на это не могу никак действовать, воздействовать. Все мы в этом плане равны. Добрый день, как ваше дела и настроение? Да, нормально вроде как. Воскресенье, раннее утро для меня очень раннее, но... Что ж поделать-то? Нужно вставать пораньше, да и смотреть качественный Counter-Strike, ведь СНГ минор уже совсем близко, друзья. Сегодня поделится еще 4 команды, которые пройдут на минор. Немига, Спирит, Винстрайк и Ангар уже по слоту на миноре заимели. А тут осталось решить, кто же из, получается, так, 8 команд... Плюс еще 4-12, то бишь, да, 4 из 12 команд выйдут дальше. Ну вот, так, GoTV-шка подъехала. Админчики извиняются, но такое бывает, такое реально бывает. Ничего не поделаешь. Взяли или не взяли? Так, спойлеристы, разрешаю сейчас сказать, взяли раунд или не взяли. Ну вот, но я вижу, что взяли на самом деле, так что тут как бы вопрос не в этом. Вопрос, сможем ли мы быстро вернуться в игру, и да, можем вернуться быстро в игру, потому что счет-то 1-1. Друзья, счет 1-1, действительно. GoTV не очень вовремя вылетело, а так хотелось узнать, каким же образом они разобрались. И Red Hide, контакт в коннекторе. Торик немножечко просел, да, Red Hide тоже чуть-чуть прилетело, совсем капельку. Совсем капельку. Дисбаланс. Смонстр накидывает по Red Hide, выходящему с коннектора. И обратите внимание, что вся защита команды Голливуд сконцентрирована под базой Б. На сайде никого. Вообще никого. Минус дисбаланс по Роме. Подсадка была развалена. И по-прежнему 4 игрока защиты на Б-базе. Дисбаланс в первых рядах летит. К нему летит Red Hide, я не знаю, как будто бы к этому он был вовсе не готов. У Тревела проблемы со здоровьем. Люк подбирает М-ку. 5 в 3, 45 секунд времени. А бомба так вообще направляется в сторону Асайда, где, как я и говорил, никого не казалось. Самое-то интересное. Так вообще сидит на респауне. Может, вдруг кто-нибудь к нему в гости тут заглянет. Дарксайд пошел посмотреть коннектор, но теперь уже разворачивается на монстр. Тут, увы... Далеко ты не добежишь.
Перв. Так и может найти сейчас Люка с кольтом, если пойдет дальше. Дарксайда позиция под коннектором. Монстр выходит Торик, получает по голове от Тревела. Дед один фармган. Далее сейчас открывается дверка или не открывается. Так, дисбаланс. Ого. Ну ладно. НТ. Недочекал. Так, Дарксайд. Плюс 1500 и плюс АК-47. Красиво? Красиво. Правда, вот выходить на того же самого Санджи не особо-то и стоило, но... Ладно. Это все... Не страшно. Полторашку заработал и круто. Закупка сейчас более-менее плотная. Тревел с фармганом. Три кольта, ВП для Люка. Второй раунд Simon Gaming себе забрали. Но сейчас, по факту, могут рассчитывать на еще один. А если этот байраунд заберу, то можно и сверху до четверки добежать. Люк с подсадочкой на миду справился. С подъемом на Т-распауне. И Санджи уже не в этом раунде будет помогать коллективу. Саймон Гейминг, в свою очередь, снова решили пытать счастье под базой Б. Дисбаланс. Чекает в итоге подъем на Б-базе. И перестрелка проигрывает Редхайду. А это уже 5 в 3, между прочим. Ну так раз за разом, по одному без разменов. Минус от Нилна, минус от Дарксайда и Торика. Вроде как круто, но не для команды Simon Gaming. У них и так было изначально меньшинство. Тут конкретный развал и 2-2. Счет снова сравнялся. По деньгам, конечно, бай будет у Simon Gaming. Вопрос дисбаланса будет с девайсом или же с ЦЗшкой. Бегать здесь остается открытым. Три калаша, фармган и ЦЗшка для дисбаланса. На все, что хватило денег. Коннекторе немножко муликом. Тут зонируют соперника, но никого вблизи не встречают. Делается смок на дугу и подход к базе Б уже совсем скоро, да, здесь... Вопрос на базу Б, когда же выведут Саймоны. Немножко триггерит в этом направлении. Ведь А-сайт тоже существует. Если так подумать. Молик. Молик у нас готовится. Хелпу. Так, смоки. Показывают нам раскидочные на Б-пленте Саймоны. Ну и заход. Заход уже от дисбаланса реализованный по Редхайдеру. Отмена Торика также по Дарксайду. Тревел забирает и Пёфа, и Нилна, но не справляется с дисбалансом. Люк и Роми вдвоем. Роми спалил бомб керри, но хаешка в плентер, конечно, не так сильно залетает. И бомба будет установлена, как минимум. С Роми открывался, так, знаете, присевшим образом. И умирает от рук Санджи. Ну и Люк один против троих с ВП. Предполагаю я, что это будет сейф, если вообще получится. Там уже обнаружили, в принципе, Люка. Тут Молик откидывает. Ну и действительно попытка уйти на сейф. То же самое, в принципе, и касается Simon Gaming. У тех денег не так-то и много. Терять еще один девайс будет слишком рискованно. Третий раунд для Саймонов. Голливуда снова остается без денег. Что даже очень неприятненько. Ну и что я могу сказать? У нас в параллельном противостоянии также команда Атланс обыграла Лан Доджерс на их пике. Оверпас. Счетом 16-12 уходит. Опять таки интересно очень команды, которая вчера тоже успела нашуметь. Ну а тут шум на ланге и минус от Нил на пароме. И выход в коннектор от Тревела с СЗ-шкой может быть очень своевременный. Но опять же, насколько минусов он выйдет, тоже непонятно.
Нужно плюс-минус рассчитывать. Вопрос. Тревел делает 2 минуса с ТЗ-шки. Стабильно причем. То есть на трейне у него это периодически залетало. Минус от люка по Нилу. Но дисбаланс забирает люка в размене. Санж замечает Тревела на монстре. Слышит, как с монстра он выходил. Ну и также про бомкерри он в курсе. Но целых 50 секунд есть. Санж уже спален. И забирает он Тревела на контакте. Red Hide спускается на воду. Справляется он с Санджи в том же числе. И Dark Sides по 250. Не полным процентом здоровья. По дисбалансу кидает раз. Но на второй уже получает финальную пулю по себе. И 4-2. Саймон Гейминг выходит из положения. Каперф, конечно, не проснулся. Но вот Голливуды снова далеко не с полной экономикой. Вот что стоит отметить. ЛП вроде как есть. Как бы есть. Ну, такое. Торик в коннекторе. Респауна ждет под пуша. Также Тревел забирает дисбаланса на агрессив шорт. Это, кстати, приятный минус. И таким образом Голливуды могут закрепить преимущество. Ну, а потом уже на приемке банально отыграть количество живых игроков. Ведь каждая боевая единица очень важна. Роми. Ждет у нас выход с лонга. Три игрока на планете Тревел. Люк. Роми, как я уже и сказал, двое на Б. И вот сейчас очень бы важно было для команды Simon Gaming именно в этом моменте идти на базу Б. Прямо здесь и сейчас. Но решение выходить с бомбы на сайт. И для Роми это, возможно, шанс неплохо отыграться по счету. А его чекают. А его чекают под смоком. Санж забирает Роми. Минус от люка по Нилну. Переводится он на банан. Забирает Торика. Да, Санж выживает. И вводит ситуацию 2 в 3. Бомба на А, трое через КТ перетяжка, никого с банана с дуги не будет. И это, кстати, неплохой момент для перфа. И Санджи еще и Тревела забирает, широковато открывается, и Дарксайд туда же под этот прицел. Ну вы чего, Голливуд? Вы же знали о том, что Санджи стоит, ну... Как же так? И Ред Хайд последний, чекает лонг. Понимает, что дефузов нет. Авик заберет и уйдет на сейв, другого варианта он не видит, в общем-то, да. Печальная история. Саймон Гейминг все-таки не наткнулись. Неприятный расклад под Асайдом. Не закрывает пятерочку уже для себя как минимум. А если пошли на бэк, то знаешь, чем бы это обернулось даже. Не знаю, не знаю. Снова один авик для люка. Рептхайт там. А куда? А, я думал, эмка была, но это баг, видимо. Какой-то. Пистолеты раскидали. Укрепили мид. Сейчас, может быть, даже разыграет для себя в плюс. Один авик и пистолет. И Роми слышит зеленку. К нему тут уже проходят туалеты. Они расправляются с соперником. Заход на сет уже через лонг будет проходить. Но вот, опять же, слишком много внимания, да, концентрирует Голливуды на дуге. И очень быстро ротация под асайт может и запоздать. Минус от люка по Санджи. Размен от Торика по люку. Тревел выходит с коннектора. Опять-таки спину к своему сопернику. Это Торик. Торик умирает здесь калашом. Правда, падает Red Hide на пленте. И бомба устанавливается за боксами. Дарксайд с ВП от люка тут особо ничего не поделает. Остается лишь один тревел, которому снова нужно уходить на сейв. В этот раз, правда, с калашом и попыткой уже как минимум 6 раундов отдать-то Саймон Гейминг за атаку. Голливуд реально игра не клеится. И минус от дисбаланса по тревелу. Восемь раундов позади, и Голливуд в защите
попробовали разные вещи, и там куда плентом укрепляться, и даже дугу вот так вот вместе заходить. Но по факту особых преимуществ это не дает. И это грустно. И это грустно. Там заход в коннектор и попытка от тревела законтрить эту движуху. Тревел под смоком не замечает, кстати, весь вектор атаки. И на Б-сайд проходит просто в пустой плент. Саймон Гейминг, Редхайда на граффити не прочекали. Ну ладно, все равно 4 в 5 и точка захвачена без потерь. Только лишь потом там был контакт. И Торик забирает тревела. 4 в 4. На монстре дисбаланс вместе с Санджи накидывают поруми. Минус от люка по дисбалансу. Врыв на Нилана вдвоем. Размены. Один лишь Торик. 10% здоровья. Забирает люка на 9. Понимает, что у него здесь проблемы. Хейма мимо кассы. Дефузится бомба. Так, Роми все еще прикрывает тиммейта. Но это он не понимает, что это не фейк. Торик не понимает. И не справляется с Роми. И выигрывается третий раунд для команды Голливуд. Такой себе. Три кольта, фармган и авик. Деньги позволяют закупаться в защите. То же самое касается и Саймон Гейминг. Но у тех уже 6 раундов как минимум присутствует. Пер все еще никак не может найти свои игры на оверпасе. Но зато на трейне с дисбалансом, в принципе, неплохо себя ощущали. И теперь уже... готовы, ребята, к тому, чтобы на пике соперника неплохую конкуренцию составлять в целом. В итоге чекает пуш Б базы. Ну а Саймон Гейминг, в свою очередь, снова немножко нагитает обстановочку на зелени на лонге Аплента. Тут Роми в упоре. На 90 градусов стоит сейчас. И будет весьма опасной фигурой. Роми в итоге навязывает агрессию вместе с Люком и забирает Нилана. Ну то есть информация теперь о двух соперниках. И на самом деле Роми можно было даже и не открываться толком. Единственное, что Саймон ловит еще одну плюху от Люк по дисбалансу. И Роми пошел дальше в пуш. Между прочим... Перф закрывает люк, Роми закрывает Торика. Один лишь перф остается в действительности. Это... это не очень приятно, но... 1 в 3, бомба упала под плентом. Дарксайд пойдет, но, скорее всего, в спину. Если вообще пойдет и понадобится ли. Перф сам идет на рожон, идет на плент. А здесь у него... тревел. Опа, авик выкинул. Ага, ну... неплохо, 10 секунд, нанес экономический урон как минимум. Правда, раунд отдал. Но ничего страшного, 6-4. Ну окей. Два фармгана, три кольта. И, кстати говоря, выливуха от Саймон Гейминг. Здесь выход на коннектор. Два минуса от Нилана. Потеряли дисбаланс, но в целом заполучили преимущество. И, скорее всего, контроль над сайдом в ближайшем будущем. Тут асайд уже практически занят был, но не решили лететь на плюс В. Потому что тревел перетянулся, да и дарксайд уже на месте. И расклад. Большинство для атаки. Ну вот тревел. Можно это дело немножечко подкорректировать. Да, правда, подкорректировали его. И в целом 4 в 2. Минус от дарксайда по Торику. 3 в 2. Начинают сыпаться. Ну и перф на дуге. Никого в спине не встречает. Это хайд дарксайд вдвоем.
Падает у нас Darkseid. И попытка задефить бомбу нашивает таки Свармгана. Это направление 4-7. Это, конечно, жестко. Роми. Тревел, Ред Хай, Дарксайд, Люк. Терпят еще одно поражение в раунде. И в случае проигрыша не смогут вывести себя на приятную экономическую составляющую. Саймон Гейминг снова будут лидерами в первой половине. Как ни крути. Корик проходит у нас на мид через коннектор. Андерпас в его исполнении пока бесконтактный, да? Можно наткнуться на небольшие трудности под аплентом. Роми скачет у нас, получается, на банке. Red Hat ждет в воду базы B short, то есть здесь как бы вопросов мало. Тридцатая секунда. Очень медленный раунд, Саймон Гейминг. Вы чего? Это может обернуться для вас очень-очень серьезными проблемами. Ну а тем временем Санджи и Пёрф делают по минусу на сайде. Размена Дарксайда через дугу уже происходит. И пошел у нас, возможно, ретейк. Защита, правда, без дефузов. И после смерти Редхайда, или даже того же Дарксайда, зелени уже можно уходить, но не отпускает Саймон Гейминг, выбивая еще одни девайсы. И резет экономики теперь уже Голливуд точно неизбежен. Матч приостанавливается на паузу. И команда Саймон Гейминг на пик соперника уже как минимум восьмерку за атаку оформляет. И далеко не предел. 9 и 10 могут взять. А может быть даже 11-4. Красота. Вот, кстати говоря, аналитики-то в чате были правы сегодня с утра, да, когда я спрашивал, кто же победит. Большинство поставили четверку, а четверка это была Саймон Гейминг, то есть вот... Видимо, кто-то действительно разбирается в всей этой движухе. Понятное дело, победитель только один, но чтобы 2-0... Голливуда потеряли возможность отобраться на СНГ минор. Это будет жестко. Заход в коннектор, тем временем, от Голливуд. Без пами. Просто тактика. Ну, не 5, конечно. Был берет, но все равно забавно выглядело. Роми. Давайте шат от базы. Дисбаланс получает по голове, делает размен. И засада. Вот эти ганста-гуси сейчас в засаде-то, ух. Ну, раунд-то точно проиграют. С другой стороны, сколько девайсов выбьют, и пойдет ли к ним Саймон Гейминг? Захотят ли они пойти собирать халявные плюс 300, или же все-таки максимально досовет свои девайсы, дабы не париться в будущем. Да, и уходят все на КТ в пятером. Google Play в этом плане. Так, подсадочка. Опа. Ну, Санджи еле выживает, кстати. Единица хп у него остается. Пять кольтов от команды Голливуд. Авика нет. И в идеале взгидка смока на монстр. Дисбаланс пошел у нас. Тупа. Выход в монстр и забирает Редхайда. Но
знаете, не отвернуться от флешки, это... Да дорого стоит. Не знаю, что там произошло, но два в коннекторе от Голливуд! Да ладно, Торик тоже собирает такой халявный урожай. Что происходит с Голливудами? Ладно, Red Hat не отвернулся от флешки, но в коннекторе сейчас что произошло? Что с командой Голливуд? Как это так? Ведутся на смока, что ли? Жесть. Не совсем я понимаю всего происходящего, но я думаю, что вы тоже в некотором недоумении сидите. 4-10. Последний раунд первой половины. Само собой, команда Голливуд будет закупаться. По понятным причинам. Ну, камон. Это как-то слишком жестко. Согласитесь. Голливудам нужно 5 раундов за КТ-сторм. Потом пистолетка за атаку и первый бай желательно. И вот в таком ключе они смогут за камбэкс. Из баланса прилетают смоки. Правда, смок не затушил молика. Вот. Дисбаланс уже потратил свой молик на этот... Смог на этот молик, вернее. Уже лишний, да, по факту. Может, каких-то гранат не хватить. Потом люк уходит наверх. Тревел. На пупе Торик ловит Роми размен от люка. Люка тут, кстати, все еще могут как-то и подловить. Но посмотрите, выход от люка заканчивается минус по Санджи. Дисбаланс разворот собирает люка. 3 в 3. И он смещается у нас под апленд. Через лонг. И Дарксайд поднимает из воды на монстр. Дисбаланс. 2 патрона, по-моему, потратил он в голову. Ну, может быть, 3. Я все еще на такие вещи реагирую пока что медленно. И... Опа, минус от него на по треблу. И Red Hide последний. Через КТ. Смещается... Ближе к подъему. Сейвить нет никакого смысла, понятное дело. Red Hide вряд ли здесь пропустит даже вот до района головки Камазика. Умирает тут у нас Red Hide от перфа. И в итоге 1-4, первая половина под стать карте Детрейн, между прочим. Очень похоже. Ну и вы, дорогие зрители, не забывайте поднять чит за безлимит, болеть за своих самым быстрым мобильным интернетом от Мегафона. Только так... Можно играть с пингом в 5 или 7. В онлайне, между прочим. Вот с быстрым мобильным товарищи сидят, наверное. Только так и вывозят. Ну и что скажете вообще в целом? Я, конечно, понимаю. Многие пришли поболеть именно за Саймон здесь. Но есть также болельщики команды Голливуд. Я бы хотел как раз таки к ним обратиться и понять. Ждете ли вы третьей карты после такого неприятного старта за сторону защиты от Голливуд? Между прочим, на их пике. Чужой пик они уже проиграли. Что там 16-8. И вторая пистолетка уже для Саймон Гейминг за КТ сторону. Также 2 по 2000-ных. Также USPS 3 штуки. И на раскидке у нас Тащпер со смоком и дефуз. Торик забирает Дарксайд на ланге. Дисбаланс еще и Red Hide разменял. Роми, правда, сделал 2 минуса по Торику и дисбалансу. И вроде как уравнял шансы. Это приятно. Но вот на базе Нилан. Отстреливает Тревела. Перф также закрывает у нас люка. Роми забирает Санджи. Все это на зеленке. И вот он, Роми. Трипл килл уже есть. Можно и эйс оформить. Только надо очень осторожно вывозить. Каждый подход. Ну, плюс бомба на руках. Это тоже приятно. Можно с ней творить чудеса. Единственное, что перф может зачекать сейчас. Дугу. Скорее всего, не видел подходящего. Там по таймингу удалось очень удачно пройти Роми. И Роми
Получает по голове от перфа. Это 12-4, друзья. Саймон Гейминг забирает вторую пистолетку. С деньгами у Голливуд все неприятно складывается. Новая экономика позволяет закупаться уже. По счете 13-4 это само собой, но с другой стороны... Счет-то какой будет уже, да? Три раунда до победы Саймон Гейминг. В таком случае это очень жестко. Люк немножко пригорает от молика. Роми выходит на лонг. В этот раз его Торик вместе с дисбалансом просто решили запушить. И пошел у нас дисбаланс фармить на миду. Вместе с Санджи там еще и коннектор выход закрывается. Ну и террористы 2 в 5. Да, есть размен по Торику с, с Дигла, говорю, с P250-го тревел. Да, минус от дисбаланса по тревелу. Санджи закрывает такие дарксайды. 13-4. История действительно такова, что сливая один байраунд за Т-сайд, команда Голливуд практически полностью может попрощаться не только со второй карты, но и с участием на СНГ миноре. Не мог я такого себе представить, такого старта второй день. Ну, действительно, тут не все так просто. Пёр пошел в пуш также воды на шарте. Пять калашей. И небольшой закид. Гранат также присутствует. Команда Голливуд. Ждут они агрессии. Кстати. Кстати. И подсадка на пленте очень клево смотрится. Ждут выхода с коннектора. Редхайт будет к этому вообще не готов, если таки пойдет под Б-базу. Она смещается на мид. Тревел. Под монстром. Очень близок к тому, чтобы встретить его соперника в лице Нилана с вармганом. Эх, сейчас бы сюда флешечку, да? Да-да-да, забрал бы двоих так точно. И в итоге флешка прилетает, и два минуса приходит прямо на ровном месте. И падает еще и Red Hide от Санджи. И Пёр забирает Дарксайда, и Роми отлетает, друзья. И это финишная прямая для команды Саймон Гейминг. Два раунда до победы. Проход в следующий раунд. Но сейчас они, правда, не за слот сражаются, да? Если подумать, следующий матч будет за слот. Это только лишь сейчас за проход в следующий раунд нижней сетки. А вот... Следующий Best of 3 для них будет уже за слот. Это тоже очень жестко. Вырыв-то на воду шарта с пистолетами и арморами. Закупается не под ноль, но теряет Дарксайда как минимум. Не он. На приемке монстра в том числе делает два фрага, как и в предыдущем раунде. И снова потеряет бомбы. Лоу-хиты из команды защиты не позволяют просто так пикать. Но потеря Роми уже окончательно ставит крест на этом раунде. Тревел. С Тэкнайном. Тревел с Тэкнайном. Проходит шорт, его Торик замечает. Хороший хедшот от Тревела, но одно попадание всего лишь. Ну и все выживают в защите, без потерь, много денег и много раундов, кстати говоря. 15-4, Саймон Гейминг практически не оставляет шансов, даже серьезнее, чем на своем пике, казалось бы. У гранат присутствуют, присутствуют калаши, но нет снайперской винтовки в атаке, и к тому же... Да и к тому же пока по раундам... По стратегиям ребята очень сильно пролетели. Идут в молик, тушат этот молик, врывается на Нилана. Большинство сохраняется за ними. Очень, кстати, четко сейчас могут разменяться здесь. Правда, 3 в 3 уже. 3 в 2 после минуса от Торика. 9 патронов остается у перф. Надо как-то релодить свой девайс, да побыстрее. Ну и так оно и получается. Люк забирает дисбаланс, Торик забирает Роми. Люк один против двоих с бомбой на руках.
перестреливается против Торика. Перф его замечает тоже, подпрыгивает, но не справляется с оппонентом пока. Флэш на плент. Перф в итоге один на один против Люка. Ну что, Люк делает релот, у него калаш, Люк выходит слева, и он проигрывает эту перестрелку. Команда Simon Gaming проходит дальше, а Голливуд, к моему сожалению, к сожалению их болельщиков, наверное, действительно покидает эту квалификацию закрытую на СНГ Минор Intel Extreme Masters Катавица 2019 года. Бывает же ж такое, действительно, проиграли две встречи Голливуд под конец-то, да? Этих квалификаций отлетели в первом раунде от Force и проиграли... В первом же раунде нижней сетки. Ух, ну, могу сказать, что как минимум Simon Gaming попадает на следующую команду Rave, друзья. Ну, а также мы с вами смотрим следующий матчап. Это Monolith и PacStars, который начнется в 2 часа по московскому времени. Не думаю, что раньше. Все по расписанию плюс-минус. Так что одно вы можете сделать так точно. Поднять чит за безлимит, болеть за своих самым быстрым мобильным интернетом от Мегафона. И, соответственно, не забываем, что для вас трансляцию... всех закрытых квалификаций проводит студия Рухаб, и Андрей Нишарат на проводе, так что можете подписаться на социальные сети студии Рухаб, и также на мою социалку, и я с вами не прощаюсь, сегодня еще БЛ3 как минимум со мной, вот, и вернусь уже ближе к 2 часам по Москве, 1.5 часа еще, так что особо не расходимся, можете пока отправиться на параллельный матчап Атлантс и команды Лан Доджерс. Выражайте свои чувства самым быстрым безлимитом. На тарифах включайся. Мегафон начинается с тебя.